Волонтерство – это всегда улыбка. Когда ты добровольно приходишь и помогаешь людям для того, чтобы получить их улыбку в ответ. Очень мощное движение, семья. Ответственность. Когда я раздавала футболки спортсменам, женщина ко мне подошла и говорит: «Вы в прошлом году мне написали замечательное пожелание на бирочке, на которой они сдавали вещи. Это дружная, хорошая команда, поэтому нужно вступать в эти ряды». Волонтер должен быть активным, дружелюбным. Должен быстро бегать, должен быстро соображать, знать все везде, помнить каждую точку. Приветливым быть, готовым помочь другим, доброжелательным и улыбчивым. Спасибо организаторам данного марафона, было очень круто. Хочу отдельно спасибо сказать это волонтерам. Thank you, volunteer. Спасибо волонтерам, молодцы.